Тихо, поймал, тихо. Поймал. Секунду, мне надо читать. Вот он мучается с маской и показывает. Да. Секунду. А я как бы... Все. Все, город засыпает. Доброе, есть нервы, есть мысли. И куда клавиатура группа номер один? Ну, мне немножечко сероватая жизнь, чтобы рассказывать какие-либо истории. Но мне сегодня, когда у вас шла квестория, ну, у кого шла, мне дядюшка Элвис, мой организатор другого клуба, позвонил, ну, я записал в КВН. Мне позвонили и пригласили. Я был очень рад, но не то, чтобы я умею хорошо шутить там. И меня очень сильно это волнует. Ну, вообще, кому это интересно, на меня сейчас, типа, начнут наезжать, как вам никого. Я просто не знаю, чем поговорить в этой истории. Кроме того, что мне сегодня позвонили люди из КВН, которые меня записывают в детскую команду. Все, класс. Спасибо, я по номеру один. Два, ваш минут. Поиграю осторожно с игроком номер один. Нормальная такая речь. КВН тоже речь хорошая. Я игры люблю смотреть. И у нас была такая попытка организовать что-то вроде КВНа. И я сначала подумала, что, наверное, к этому готова. Когда я более плотную к этому подошла, я поняла, что не так уж к этому и готова. И вспомнила такую старую историю, которую я не помню, кто рассказывал про Михаила Жванецкого, который... должен его пригласили на съемки, и он должен был читать и порвать просто публику. И как только включалась камера, Жванецкий говорил: так. Как только камера выключалась, Жванецкий начинал рассказывать какие-то там шутки, там все ложились просто от смеха, включали камеру, он говорил: так. И вот как только я начала что-то там сочинять для КВН и что-то придумывать, у меня наступил вот этот вот так. В общем, я поняла, что с КВНом я несовместима. И в это время... Спасибо. Доброе утро, город. Поиграю с игроками 1 и 2. Хорошая речь, хороший эмоционал. Единица, я думаю, двойка более чем красная, чем единица. Единица не так уж много рассказывала, кроме того, что... Ну, это я знаю, но я с вами поиграл. Единица, ну, больше что. Двойка краснее. Это... А единица так вот. А поиграя с единицей с двойкой, пока вместе, что вам сказать? У нас скоро каникулы. Каникулы в Песах, слава богу. И у нас еще... Каникулы в Песах, и у нас еще выборы, конечно же. Вот, пожалуйста. Футболочка. Я уже не сплю по ночам, у меня голова уже вообще никуда, ни туда, ни сюда. Поиграя 1 и 2, сам красный игрок, буду остальных слушать. Спасибо, пас. Здравствуйте, город. Что могу сказать? Игрока номер один, с ним можешь поиграть только из-за его, из-за его, то, что он такой веселенький постоянно. Вот это с ним всегда можно играть. Так что я играю с игроком номер один. С игроком номер два у него речь была получше, чем у игрока номер один. Потому что он был плюс и...
Она больше и рассказала, и как бы мне больше понравилось. А вот игрок номер три, ну это господин Биби, все знают, он любит разговаривать про всякую политику, то что он 100% будет голосовать, наверное, за Биби, да. И может, он потом будет умолять и свою семью, чтобы они голосовали за Биби, да. Я думаю, это 100% будет. Так что играть 1, 2, 3. Желаю победы Красному городу. Китат Красный Рог. Спасибо вас. Спасибо и вам, господин Степанка. Доброе утро, город. В живом порядке. Речь 1 и 2. Да, шутить экспромтом это нелегко. Но мне кажется, что если бы мы взяли конфликт, как мы с вами цапаем себе иногда, госпожа Мирабель, это было бы материал для 50 КВН. Поэтому 1 и 2 я аккуратненько, но поиграю. Игрок номер 3 переоткрыл стол, по сути, попытался взять следующую тему, политику. И хотя в пятницу выглядел как рыба в воде и довольный, простите, как павлин на курьем дворе, оцените, народ, какой у меня хвост, но, не знаю, мне не нравится, когда переоткрывают стол. Это мое личное, поэтому я играю 1-2, и так как 3 переоткрыл стол, мне это не нравится, игрок номер 4 играет с номер 3, поэтому я не могу поиграть с ним по позициям. Вот поэтому получается 1-2-5. Что еще добавить? Ну, я серьезно насчет того, что тема медицины, тема очереди, тема, как мы с вами цапаемся, это такой материал, как мы это упустили. Спасибо, пас. Спасибо, господин Кизин. Доброе утро, город. По порядку. Игрок номер 1. Хорошая речь, хороший эмоционал. По поводу КВН, вам нечего переживать, КВН уже давно не шутят. Там, то, что вы не умеете шутить, если одна шутка за игру есть, сплошное лизоблюдство и танцы, так что не переживайте, шутить не надо. Игрок номер 2 хорошо поговорил. Игрок номер 3 нормально, я бы не стал бы его сейчас исключать из команды, но по акценту я поставил так. 2, 1, 4, 5, 3. Вот так вот. Со всеми пока играю. Вот, все пока мне нравятся. Если там и есть черные, то их мало. Вот, как бы, красный игрок. Спасибо, пас. Спасибо вам, господин Филис. Мы речь игрока номер 1 нормальная, как бы, ну, просто ему не было о чем говорить. Понимаю, вполне даже разделяем ваше недогование. Игрок номер 2 поддержал тему тоже нормально, вполне. Вот, игрок номер 3 мне не понравилось вообще. И переоткрыл стол, и как... Он переоткрыл, мне тоже не понравилось. Просто повторил тему, которую он перед этим говорил. Вот, по ночам не сплю. Вы перед этим говорили уже. Нам неинтересно два раза вас слушать. Особенно по политике. Мне лично не зашло. Вот. Игрок номер 4. Пока побудете за скобками. С игроком номер 5 поиграю за по позициям. И ну, в целом речь нормальная. Вот с игроком номер 6 не смогу поиграть. Опять-таки. Хотя вот, да, разделяю то, что тройка ниже всех у них по списку. По эмоционалу. Двойка скорее выше. Вот, но вот четверку вы считаете четверку более красной? Ну, не знаю, мне так как-то не зашла ей речь. Самый красный игрок, сейчас всего пас. Спасибо, Иван. Господин Абадон. Доброе утро, город. 1-2, в принципе, эмоционал спокойный, двойки эмоционал покраснее, так что играю 1-2, дальше пошел паровозик, но я на нем прокачусь, красный паровозик не боятся, поэтому смело играю 1-2-3-4, а игрок номер 5 въехал в игрока номер 3 за то, что он приоткрыл стол. Хотя я не вижу тут ничего плохого в приоткрывании стола. Ну, приоткрыл, что тут плохого? А вы, я считаю, въехали в игрока номер 3 по надуманному поводу, поэтому мне это не понравилось, поэтому я вас посчитаю скорее темным игроком. Игрок номер 7, в принципе, повторил слова игрока номер 5 и его позицию, поэтому 5 и 7 пока не играю. Игрок номер 6, вы играете с пятеркой? То есть так осторожно играете, поэтому я тогда всего, что троицу не беру. Играю 1, 2, 3, 4, 8. Я бы проверил игрока номер 5 или игрока номер 7, который повторяет его позицию. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Госпожа Клио. Доброе утро, город. Значит, игрок номер 1. Мне понравилась ваша речь. Почему нет? Очень даже неплохо. Позитивная, аккуратненькая. Ну, действительно, на первом номере не всегда есть о чем поговорить. У нас нет Абадона, который сидит на первом номере, может целую минуту проговорить. Номер 2 понравилось, я с вами играю. Номер 3 нет. Ваша речь мне не зашла. Номер 4 вы играете с номер 3, я за ней не играю. Номер 5 вы... даже, мне речь ваша понравилась, но я вас по позиции не могу взять. И я буду играть... Нет, не воз, нет, почему? Сейчас скажу. Почему не беру? Потому что...
Хотя мы с вами сходимся в плане переоткрыл. Мне речь не понравилась Тройки. Не почему он переоткрыл, потому что он переоткрыл все, а потому что именно сама речь мне не понравилась. Пожалуйста, можете мне проверять, пожалуйста, пожалуйста. Играю с номер 6. И, пожалуй, все. Спасибо вас. Спасибо вам, госпожа Денерис. Доброе утро, город. Денерис, красный игрок. Ну, смотрите. Ладно, начну сначала. 1-2 нормальные речи играю по нулю. 3 мне тоже не понравилось. Я тут присоединяюсь, я не знаю, провоз, не провоз. А вот те, кто играет 1-2, 5-6-7, 8. А вот речь девятки мне как бы непонятно, потому что вы исключаете пятерку, а пятерка играет ровно в вашей команде и огласила те же позиции. По другим, да, по другим аргументам, но позиции-то те же самые. Не знаю. Вот мне не нравится 8, мне непонятно 9. И 3. Так. Что? И у вас время. После нулевого круга никто не был выставлен, и город уходит в ночь. Еще раз давай сейчас попробуем. Город. Утро у нас недоброе. Недоброе, да, игра под номером 4. Ваша минута. Так. Это не было странно. Ну что, у меня самый красный игроки. 2, 8, 10. 6 и 5. Это самые красные игроки для меня. Ну, ведь есть и по-моему ходу. А, ну да. Пусть будет 9, 7 и 3. 9-7-3 принято как лучший ход. Все, спасибо. Спасибо. Мы прощаемся с игроком. Игрок номер 3, вот хоть он и в лучшем ходе, я не могу согласиться с ним. Почти все отказались играть. Уже ближе к концу стола я заметила, что стройка никто не играет, тройку все топят, кроме игрока номер 8. Поэтому я считаю, что тройка для меня скорее красная. У вас я не спросила, вы играете? Ну хорошо. Значит, 8 играет с тройкой. Позиция, значит, мне больше подходит. Значит, у меня 8 тоже, скорее всего, красная. Все послушно. Поэтому я тут вижу разные цветы, две разные команды. Это 3-8 и 5-7. Отсюда у меня так получается. То, что касается 6, 9 и 10, это разберемся потом. Господа, игрока номер 5. Не жестко. Я сказала, почему? Потому что я вас вижу просто в противоположной команде вместе с игроком номер 5. Послушаю, у вас будет представление. Там, может быть, там 3 и 8 сейчас такое начнут говорить, что это... И это время. Спасибо. И выполняю вашему. Оправдаться буду потом. Играю сейчас 1-2. 6, я знаю, что вы взяли в мою, это со мной, вы взяли меня, но поиграли с пятеркой, я с пятеркой не буду играть. Играя 8, 5, 7, 9, 10 постов топили в меня. Знаете что,
То, что я приоткрыл стол, ну и дальше что? Я добавил, что еще какие-то эмоции. Все это любят. Все это любят, кто добавляет эмоции. Не просто как игрок номер 7 сказал, да, я напоминаю, вы можете мне параноить сколько вы хотите, проверяйте, без проблем. Я сказал, ну я не буду, как тройка на прошлом игре. Просто сказал, 2-1 играю, все. Это вам лучше так? Это же лучше, нет? Я сказал, я хорошо понял, 5-7 не нравится, 9-10 мне просто втопили, я вам сказал, моей команды, спасибо, пас. Спасибо вам, господин. Кошмар, для меня были две очень интересные речи. Эгоцентричная речь, которая показывает ролевую карту, плюс я и защита, это очень плохой показатель. Я прошу игрока номер 3 даже на проверку, настолько это была плохая речь. И я выставлю игрока номер 2, и вот почему. Игрок номер 2 никогда не плавает и не обшивается по позициям. Но игрок номер 2 сказал, что некоторые не хотели играть с игроком номер 3. Стол поделился по показателю, кто хочет играть с 3, а кто нет. 4 играл с 3. 8 защищал 3. 9 сказала, что не будет со мной играть, просто потому что она не согласна с моим подходом к 3. Но госпожа Мирабель этого почему-то не слышала. И мне это оказалось... Девятка, не понимаю, стройка, о чем вы говорите? У вас есть сумма? Мне тоже очень кажется подозрительно. Mm-hmm. И теперь про остальных 6 объединяйте команды, которые нет, но... И у вас 3. Да. Спасибо, я подумаю, сейчас вашему команду. Доброе утро, город. До меня не было ярко выраженных команд. Во-первых, я поиграл аккуратно со всеми, но на всякий случай расставил акценты, кто для меня, кем является по красноте. И вот Мирабель сказала, что 8 поиграл, кто с игроком номер 3. Я играл, я первый, кто с игроком номер 3 поиграл. Я поиграл с игроком номер 3. Я взял всех в свою команду, сказал, только акценты расставил по-другому. Сказал 2, 1, 4, 5, 3. Со всеми поиграл. Так что, действительно, вы никогда не плаваете по позициям, если вы этого не увидели, для меня это странно. Но игрок номер 5, ваша речь мне тоже сейчас не зашла. Я сейчас просто... Игрок номер 9, вот я попросил бы на проверку игрока номер 2 или игрока номер 9. И выходит, что играть мне как бы не с кем, кроме как с игроком номер 10. Пока что. Так что... 1-10. Спасибо. Я поздравляю всем вашим ментам. А вы десятку будете играть, шестерку? Ну вот, я так понимаю, между пятеркой и тройкой может быть разноцвет? Ну, мне вот кажется, что да. Нас... Ну, я скорее вижу пятерку более красной, чем тройку. Выставить тройку? Тройка же выставлена вроде бы. Нет? Да, выставляю игрока номер 3. 3. Вот. Ваша вещь мне и на этом круге не понравилась. Хотя, игрок номер 5, он же может быть шерифом, говоря я. А отозвать же нельзя, да? Так, что тут у нас? Восьмерка, вам... У вас 10 секунд. Не согласен с тем, что я полностью взял позицию пятерки. Я немного не так ее брал. Хорошо, все, спасибо, пас. Утро, добрый город. Я по-прежнему играю с игроками 2-3. В принципе, мы команда. И вижу четкую команду одного цвета, игроки 5 и 7. И для меня это скорее черная команда. И вполне может быть черная команда, это 5-7-9, прям как речь игрока номер 9 не понравилась мне на прошлый круг, делаем аргумент, что заметила и десятка, что в принципе, да, выставлено голосование игрока номер 9, что она вроде как берет позицию игрока номер 5, и вроде как с ней не согласна. И я полагаю, что игрок номер 9 может быть вписываться черным в любую команду, и игрок номер 9 была в лучшем ходе. Поэтому я скорее всего, буду голосовать игрока номер 9. Ну, послушаю, что еще она скажет, что скажет десятка единица. То есть пока рабочая версия 5-7-9, девятка может быть черной в любой команде. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Госпожа Клио. Доброе утро. Я по-прежнему не играю с игроком номер 3. На этом кругу мне вообще его речь не понравилась. Я не хочу. Вот мне не нравится, хотя это может быть и, как говорится, вы очень хорошо играете, господин Биби. С кем бы я бы еще бы не поиграла, вы мне тоже не нравитесь, господин Абадон. Я понимаю, что вы меня не берете в свою команду, это не Алаверды, но дело в том, что
С вами я не буду играть. Ни с вами я не буду играть, ни с семеркой я не буду играть, ни с пятеркой не буду играть. Я беру свою команду. Пока. Моя команда двойка, единица. С кем я буду еще играть? И... Двойка, единица и... У вас 10 секунд. И все, спасибо, пас. Спасибо, и вам, госпожа Денерис. Доброе утро, город. Ну, смотрите, девятка сейчас совсем запуталась. Я думаю, что из всех... Кто выставлен, господин ведущий? Выставлены игроки. 5, 2, 3, 9. Ну, с 2 и 3, я думаю, еще надо разбираться. Мне кажется, там, если есть мав, то только один. А с 5 я играю... Вот, скажете, странно, я играю с 5 и с 8. 8 для меня красный. Ну, вот так вот. Да, нет, я не думаю. Я думаю, что если это... и я думаю, сейчас... Два и три, мне кажется, надо разбираться, я... У вас 10 секунд. А, спасибо, пожалуйста. Спасибо вам, господин Орлов. Трудная игра. Все, кто выставлен, все возможно. Мафия 6. Ну, 6 у него сейчас изменилась позиция. Он теперь играет с 1. С кем вы еще играете? С 10? Не знаю. 6 вначале поиграл со всеми. Я поиграю с 8, которые все хорошо сделали. Ему бы не было выгодно убирать 9 в любом случае. Сейчас уходит 9, 8 уже все сказал. Пятерка и тройка, там точно один. Если бы девятку проверили, и она бы оказалась мирным, то она бы не голосовала, ну, типа, шериф бы что-то сделал. А он ничего не делает, поэтому все хорошо. Сейчас проверяется либо тройка, либо пятерка. С пятеркой, нет? Почему? Так 9 уходит. 9, скорее всего, проверили в прошлом кругу. Сейчас пятерку, наверное, проверить. И у вас время. Спасибо. Мы переходим в зал суда. Не жестикулируем за это сюда. Голосование выставлены игроки. 5, 2, 3, 9. Голосование будет проводиться именно в этой последовательности. Кто за то, чтобы игрок номер 5 покинул стол? 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул стол? 0 голосов. Кто за то, чтобы игрок номер 3 покинул стол? 0 голосов. И кто за то, чтобы игрок номер 9 покинул стол? Единогласно. Игрок номер 9 вас посчитали мафией. У вас минута попрощаться с городом. Я просто не услышала, хотела попросить еще раз ведущего, еще раз перечислить номера, я не услышала порядок номеров, поэтому получилось, что я всегда себя проголосовала. Это говорит, скорее всего, о том, что я красный игрок. Честно, мне очень холодно, я так замерзла, что я сижу и дрожу. Так что вы меня простите, пожалуйста. Угу. Спасибо, пастор. Спасибо, тайм-аут. Закройте окно. Кто его вообще открыл? Кто играет, попросили окно. Ну, без этого, она сейчас, у нас все. Все, попросили. Мне тоже холодно. Мы что-то знаем. Ночью громче говорим. Да, окей. Кто вообще открыл окно? Так, Алёна. Дождь, хватит. Город уходит в ночь. Надеваем маски, садимся в позу ночного жителя. Ладно, что сказать. Как бы знать еще, кого проверили ночью. Ну вот, я с 1-10 поиграл. 2 мне казалось красным игроком. Ну то, что вы
почему-то опустили, что я играл с игроком номер 3, мне не понравилось. Вот. Я надеюсь, что просили на проверку, да, на прошлой речи. Сказал, что с тройкой почти никто не поиграл, и, вероятно, тройка игрок, игрок красный. Но я самый первый, кто поиграл с тройкой. Ну, четверка с ним поиграл. Четверка, потом я с ним поиграл. Вот, поэтому мне не понравилось. Вы не упускайте свои речи. Я просил на прошлом кругу, чтобы проверили 2 или 9. И 9 я просил, чтобы проверили. То черный. Между 2, 3, 1 сидит черный, я думаю. И между 5, 7. Спасибо. И у вас время. Спасибо, мы прощаемся. Хорошо, шериф должен скрываться сейчас. Нет? А если у нас нет критики, девятка не черная пыль. Поэтому. Ну, девятка, да, все-таки девятка вообще перепутала позиции. Я на пятерку навал, потому что пятерка сказала, что девятка играет с тройкой, а девятка не играла с тройкой. Не говорит мне ничего, девятка не играла с тройкой. Хорошо? Для меня команда, может быть, это 5, 7, 9, 10. Между там вот. Я думаю, 5. Все-таки 5, 9, 10. Семерка. Не знаю, семерка мне вот так вот сидит, ну не знаю, семерка может быть и красная, нет, я не думаю, что семерка будет черная. Между 5, 9, 10, вот моя команда, это моя черная команда, это моя черная команда. А играю с 1, 2, играю 8. Семерка буду слушать. Что, выставляю игрока номер 5. Да, это принято, у вас 10 секунд. Вот моя черная команда, 5, 9, 10. Семерку буду слушать. И у вас время. Спасибо. Говорит, 7 пятниц на неделю, у кого-то 4 маха за столом, у кого-то 4 маха за столом, игрока номер 3 выставляю игрока номер 3. 3 принято. И очень прошу на проверку игрока номер 2, который... 3 черный? 2 черный. 2 черный. Дмитриевич, я, знаете, верю, потому что кое-кто по позициям никогда не плавает. Жаль, что я успела уже выставить тройку. Призываю остальные выставить двойку и будем их выносить по очереди. Девятка почему-то мне действительно кажется, что она ушла, перепутав все возможные позиции, это с холодом не связано. И игрок 1 и 10 у меня ничего, и как бы не вызывает никаких усилий, с вами я играю охотно. И... У вас 10 секунд. Здравствуйте, господин Авадон. Ваши оставшиеся 2 маха. Призываю играть с красногорным. Спасибо. Спасибо. Всем вашим ноутам. Я еще понимаю, как между тройкой и пятеркой игрок номер 6 не видел разноцвета. Как по мне, так у вас разноцвет. Нет? Но, если у вас разноцвет, игрок номер 5, вы верите в шеристо десятки? Игрок номер 5. Вы верите в шеристо десятки? Двойка говорит, как же шериф, что у нее тройка красный. Тройка не красный? Но это же лже-шериф. Как вы ему верите? Не знаю, как по мне, это довольно странно, игрок номер 5. Десятка, двойка, по-моему... Я не знаю, кто из них. Двойка, говорите, плывет по позиции. Ну, наверное, стоит. Посмотрим. Я еще... Слушаем, и у вас время. Спасибо. Игрок номер 8. Ваша минута. Доброе утро, город. Я просто смотрел в тутугу, только сейчас по речам понял, что у нас 2 вскрытия. Игрок номер 10. Какие ваши проверки, пожалуйста? Значит, восьмерка красная? То есть я красный. Что ж я не видел, что вы мне... то есть я типа смотрел в другую сторону. Восьмерка красный, кто еще? Двойка черный. Да, значит, кто по чьей версии мафия? Значит, по версии двойки десятка мафия. И больше, в принципе, неизвестно кто. Больше черных проверок не было. И она по ее версии же шрифт. И наоборот, по версии десятки двойка мафия. И черная проверка и уже шрифт. Так. 10 секунд. Ну, не знаю. В принципе, девятку все, как для меня черная была гласная, все единогласно. Так, десятка шла против девятки. И у вас время. Спасибо. Игрок номер 10, ваша минута. Очень трудно. Фол.
Не надо фолы за это давать, он просто перепутал. Смотрите, у меня была... Почему я вам скрывалась? Я как могла одним глазом моргала, но ты сидит черная девятка. Как я могу? Почему я проверила 8 или 9? У меня после нулевого круга был выбор проверить 8 или 9. Вот, я хотела проверить девятку, скажем так. Но я подумала, вдруг меня сейчас убьют. И оставлю я девятку. И восьми... Я просила вас на проверку. В общем, я решила проверить восьмерку, но тут была как бы не... Ну, не игровой момент небольшой. Вот. Я не буду об этом говорить сейчас, но для меня как бы очернилась девятка, скажем так. Поэтому я в нее голосовала. И у вас время... Спасибо, Йорк Мирадин, ваша минута. Запущенная ситуация. Ну, просто учитывая то, что я видел пару минут назад, это вот когда Вадон возле щеки провел. Вот, не знаю, это очень-очень подозрительно. Это было очень подозрительно, когда я это увидел. Но девятка проверил кого? Восьмерку-двойку. Да. Хотя просили на проверку не двойку. Я просила двойку. Я просила либо тройку, либо пятерку, потому что я не знала, что нам даст двойка. Пусть там шериф сидят и проверят меня. Кто выстрелил? Выстрелили игроки. 5-3. У нас критика, возможно, не? Черная проверка. У вас 10 секунд. А я не могу думать, у меня мозг. И у вас время? Тайм-аут? Что это? Это фол называется. Он спрашивает, сколько у меня фолов? Я его спрашиваю целую игру. Потому что я не понимаю. Пополам. Биби 2 фола, психопатка 2 фола, Филис 1 фол, Авадон 1 фол. И мы переходим в зал суда. Арбель? Нет. Нет, есть. Так. Я тебя понимаю. Мирабель, 5 минут. Кто выставим, господин ведущий? Быстрее игроки. 5-3. Отлично. Я выставлю игрока номер 10. И я призываю Красный город, игрока номер 3, красную проверку, хотя бы, не играть по версии шерифа, который не выставляет свою якобы черную проверку на своей речи. Игрок номер 2 не выставлен, я очень извиняюсь. Вы агитировали сносить девятку. Я думала, что у вас девятка по вашей версии черная. А девятка, оказывается, даже не проверена. У вас красная проверка так же, как и у меня. Я в девятку голосовала, потому что голосовали игроки моей команды. Это 3 и 8. Я сначала спросила, кого они считают, потому что я выставляла на своей речи игрока номер 5. И выставляла не жестко. И сейчас, несмотря на то, что пятерка выставлена, я призываю город ее не голосовать. Несмотря на то, что я считаю, что она черная вместе с десяткой, сейчас уходит игрок номер 10. Потом я проверяю игрока номер 5. Тройка моя красная проверка, восьмерка я считаю красным игроком. И у вас время. Спасибо. Мы переходим в зал суда. На голосование выставлены игроки. 5, 3, 10. Фол. Голосуем в последовательности. 5, 3, 10. Кто за то, чтобы игрок 5 покинул стол? 0 голосов принято. Кто за то, чтобы игрок номер 3 покинул стол? 3 голоса принято. И поставьте руки, кто не проголосовал. Игрок номер 10, ваша крайняя. Да, я совершила очень большую ошибку. Я почему-то решила, что 2 уже выставлено. Это была моя ошибка. Я настоящий шериф. Восьмерку завещаю красным, пятерку завещаю красным. Думаю, единица скорее красная. Сейчас, пожалуйста, город. Ой, ё-моё. Хотя бы на следующем. Девятка, я думаю, ушла. Черный. Поэтому сейчас критики не будет. Вынесите 2. Я думаю, 3 последнего. Мы прощаемся с игроком. И город уходит в ночь. Thank you.
И доброе утро, город. Утро у вас недоброе для игрока под номером один. Номер один, ваш крайний. Говорить это последнее, чего я сейчас хотел делать. Ну, кто какая команда? Возможно, у нас... Ну, у нас сейчас... Если у нас две мафии... Я не могу думать, у меня проблемы с мозгами, я не могу, я устал. ДЦП. Не знаю. Я на голосование кинул штуку, потому что комментировали, это очень плохая игра. Но я бы сейчас, убрал три. Типа, ушла 10, уйдет по балансу, типа. Мы прощаемся с игроком. Круто, открывать игрок номер 5. Ну, за город выставляю игрока номер 2. Ушел 2, один шериф, второй должен уйти по балансу. Надеюсь, я ни у кого в этом нет сомнений. После чего я очень прошу после чего я буду очень внимательно и, скорее всего, даже голосовать. Буду игрока номер 3, который всю дорогу играет шерифа, прикрывает этого лжешерифа, играет по версии этого лжешерифа и рубится со мной, когда это абсолютно логичные вещи. Шериф номер 10, потому что в шерифство номер 2 я ни капли не верю, показала мне, что я проверила 2 черных уже после того, как я выставила вас в прошлом раунде. Чего-чего, а я последовательная. Ну, девятка, скорее всего, ушел по черным, иначе у нас было уже сейчас 3 в 3. Ну, все, я ясно сказала, двойка уходит в баланс, спасибо, пас. Спасибо, господин Филис. Ваша минута. Да, соглашусь с игроком номер 5. В общем-то, много чего добавить нечего. Хотя вот, если честно, больше мне верится в шерифство двойки. Особенно после этой ночи, когда сначала она показала, что единица красная, а потом единица объявила ведущий, что отстрелили. Вот. Но по балансу, да. Значит, выходит девятка. По вашей версии, выходит девятка, тройка и один либо десятка, либо двойка, да? Девятка, двойка и тройка. Соглашусь, что девятка. Девятка по черному точно уходила. Вот между десяткой и двойкой я не уверен. Ну какая разница, если мы двоих поднимаем? Я контрольно выставляю игрока номер 2. 2 стоит. Вот, и дальше посмотрим. У вас 10 секунд. Еще по речи тройки и восьмерки. Все, спасибо, пас. Спасибо. Доброе утро, город. Игрок номер 2. По вашей версии, скорее всего, это я? Так, я для вас красный, значит, для вас тройка красная, вы красная. То есть, по вашей версии, девятка уходила черная, да? То у него как десятка черная, агитирование голосовать. По неигровой информации. Да, то есть, получается, по вашей версии, последний черный между игроками 5 и 7. В принципе... Получается, ну, все равно, по вашей версии, осталась одна последняя мафия, то есть город ничем не рискует, если мы снесем вас. Поэтому контроль я выставляю на голосование игрока номер 2. 2 стоит. В принципе, десятка мне своей последней речью показалась более похожей на шрифа, в том числе своим эмоционалом. Да, действительно, она могло бы и тяжело вскрыться мне, учитывая, что рядом сидит еще один игрок. У вас здесь. Да, ну, девятка уходила очень по-черному, потому как когда вставала, даже ничего не вставало, не говорил по столу. То есть я уверен, что в любом случае снесем 2-10 и 9, это будет останется одна мафия в любом случае. И у вас время. Спасибо. Госпожа Мирабель, ваша минута. Витя, с одной стороны, вы все правильно говорите. Ну, игрок номер 10, но не шерифские эти были речи. Кроме того, что она меня не выставила, забыла, ладно, бывает, все могу понять. Но она говорит, я не вскрывалась своей красной проверки восьмерки, потому что тут девятка сидит черная. Но откуда она знает, что девятка сидит черная? Сейчас мы знаем, что девятка уходила черная, потому что у нас не наступило 3 в 3. А до этого, вот прямо она не вскрывается восьмерки, потому что девятка сидит черная. Она не сказала, что девятка сидит подозрительный игрок или там еще какой-то. Поэтому я не знаю, как можно верить в шерифство десятки. Теперь 8 для меня все равно краснее, чем 5 или 7.
То есть для меня 5 это однозначно черная. Если 5 сейчас поднимется и игра продолжится, тогда я бы снимала 7. В последнюю очередь 8. С 8 я играла всю игру, и ну, речи красные. То есть я могу понять, выставляю игрока номер 5. Так, принято. Спасибо за напоминание. И я считаю, что это последняя мафия. В крайнем случае, ну, и значит... И у вас время. Спасибо. Дмитрий, ваш минута. Игрок номер 5. Когда вы просили проверку 8, вы просили проверку 2, у вас... Не-не-не-не-не. Что? 2 уходит по балансу? Да? Хорошо. Я сказал сразу в пятерку. Смотри. Для меня, конечно же, 2 шериф. Но по балансу вы решаете. Потому что для меня 2 шериф. Я выставляю контроль, выставляю игрок номер 5. Девятка ушла по черному. Девятка ушла по черному. Десятка не шериф. Просто никакие шерифы, это небо вообще, полную игру не шерифская игра. Просто. 5, вы не просили никакую проверку ни в 8 и ни в 2. У нас был тут разный цвет. Как вы не смогли проверить 3? Как вы смогли сказать, что вы не проверили 3? У вас 10 секунд. 5 уходит, все. 5 уходит, господин Авадон. Пожалуйста. И у вас время. Спасибо. Мы перемещаемся в зал суда. На голосование выставили игроки 2, 5. Голосование проходит именно в этой последовательности. Кто за то, чтобы игрок номер 2 покинул стол? 2 голоса принято. Кто, что игрок номер 5 покинул стол? 3 голоса принято. Игрок номер 5, ваше крайне. Попугайчик сидит довольный. Выразиться литературным языком тяжело, поэтому выражусь потом за дверью. Хорошая работа, попугайчик. Так давно не играл, не умею. Ну, ладно. Нет, я все понимаю. Ну, серьезно, воду. Ой, да ладно, Мирабель тоже неплохо. Нет, Мирабель никогда не плавает. Золотое правило Ведьмака номер 3. Мирабель никогда не плавает по речам. Она может дезинформировать, но не поплыть. Спасибо, пас. Спасибо, мы прощаемся с игроком. В городе осталось 4 человека, и я объявляю победу мафии. У мафии были игроки 2, 7, 9. Шериф, игрок номер 10. Thank you.